Здравствуйте! Сегодня суббота, 1 января 2022 года. Мы продолжаем отслеживать перелеты из аэропорта Бен-Гурион, Тель-Авив, Израиль. И на сегодня запланированы рейсы. Ньюарк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки. Перелет был отменен. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Перелет перенесен на более позднее время вылета. Рамон, Эйлат, Бергамо, Италия. Будапешт, Венгрия, Болонья, Италия, Вильнюс, Литва, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Рамон, Эйлат, Бухарест, Румыния, Рамон, Эйлат, Брюссель, Бельгия, Париж, Франция, Франкфурт, Германия, Рамон, Эйлат, Нис, Франция, Рим, Италия, Лион, Франция, Рига, Латвия, Афины, Греция, Рамон, Эйлат, Берлин, Германия, Милан, Италия, Москва, Россия, Рамон, Эйлат, Лондон, аэропорт Лутон, Англия, Амстердам, Голландия, Марсель, Франция, Рамон, Эйлат, Рим, Италия, Мальта, Наполи, Италия, Нью-Дели, Индия, Краков, Польша, Будапешт, Венгрия, Стамбул, Турция, Пафос, Кипр, Лондон, аэропорт Лутон, Англия, Пхукет, Таиланд с остановкой Бангкок, Таиланд, Ньюарк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки, Майами, Соединенные Штаты Америки, Бухарест, Румыния, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Торонто, Канада, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки, Майами, Соединенные Штаты Америки, Амстердам, Голландия, Варшава, Польша, Франкфурт, Германия, Афины, Греция, Стамбул, Турция, Киев, Украина, Прага, Чехия, Мадрид, Испания, Москва, Россия, Мадрид, Испания, Вена, Австрия, Амстердам, Голландия, Рамон, Эйлат, Амстердам, Голландия, Рамон, Эйлат, Киев, Украина, Прага, Чехия, Мюнхен, Германия, Батуми, Грузия, Прага, Чехия, Стамбул, Турция, Рамон, Эйлат, Цюрих, Швейцария, Рамон, Эйлат, Тбилиси, Грузия, Батуми, Грузия, Пафос, Кипр, Париж, Франция, Лондон, Англия, Бухарест, Румыния, София, Болгария, Овда с остановкой в аэропорте Рамон, Эйлат, Рамон, Эйлат, Стамбул, Турция, Салоники, Греция, Рамон, Эйлат, Будапешт, Венгрия, Краков, Польша, Вена, Австрия, Бергамо, Италия, Вена, Австрия, Ньюарк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки, Рамон, Эйлат, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Баку, Азербайджан, Турин, Италия, Батуми, Грузия, София, Болгария, Рамон, Эйлат, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Милан, Италия, Ларнака, Кипр и Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Всего на ближайшие сутки запланировано 124 перелета. Один перелет был отменен. Это все на сегодня. Спасибо за внимание.
и до встречи на моем канале.